На базе отдыха «Аэлита» 7 декабря стартовал курс для молодых амичей, мечтающих стать тренерами и организаторами образовательных проектов. 3 дня участники региональной школы «Импульс» знакомились с технологиями создания обучающих продуктов. Руководитель проекта Елизавета Михайленко этим летом получила грантовую поддержку на молодежном форуме «Ритм». Идея проекта была достаточно давно, однако финансирование на него было получить достаточно сложно. Поехав на «Ритм», появилась возможность подать заявку на грант, и, соответственно, мы оформили заявку и нашли отклик у Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта в нашем проекте. Они были заинтересованы и поддержали его. В «Аэлите» школа тренеров собрала 25 молодых людей из разных вузов. Все они прошли строгий отбор, оценивался опыт организаторской и общественной деятельности, а также мотивация для работы тренером. Я здесь оказался, поступив в свой университет, на первый курс, пройдя через студсовет и влившись в команду для своего развития, для просто из желания что-то сделать для ребят, для людей, для себя. Я обучаюсь на направлении управления человеческими ресурсами, управления персоналом, и это, в принципе, моя профессиональная деятельность – уметь обучать людей, уметь взаимодействовать с людьми. Кроме того, я занимаюсь школой актива и, теперь уже импульсом на протяжении какого-то времени, и, это я считаю своим делом, моим любимым делом, тем, что чем я готова заниматься дальше и дальше и дальше. Сейчас цель организаторов – сформировать команду. На этом важном этапе с ребятами работал приглашенный спикер из Томска. Федеральный тренер-эксперт Тимур Бачанов предложил студентам разбор основных смыслов и ценностей тренерской работы, познакомил с ключевыми технологиями создания образовательного продукта. Я приезжал на региональную школу «Актива» «Импульс». Это в преддверии данной школы, да? И там люди загорелись, им интересно стало, в том числе стать региональной командой. Вот уже еще один шажок к этой цели. Соответственно, результаты, они идут один за другим. И я думаю, что то, что люди сюда приехали и хотят обучаться, это лучшее подтверждение и доказательство того, что мы делаем это не зря. Следующим шагом развития импульсовцы видят регистрацию тренингового центра как некоммерческой организации, а дальше активное участие в проектах и марафонах Росмолодежи.